заботы, сумки до земли. Ну а тебя, как вспомню, хоть падай и лежи. Вокруг меня витрины зовут к себе, держись. А может, что куплю себе, другой станет жить. Как нам, бабам, жить? Не иди хоть домой, там мужик или не мужик, ну хоть волком вой. Шла я в супермаркет, как будто на луне. Разве купишь что-нибудь здесь по такой цене? Получку сосчитала, кассиру отдала, и что-то очень женское домой я унесла. Как нам, бабам, жить? Не иди хоть домой, там мужик или не мужик, ну хоть волком и вой. Явилась пред тобою я ночью, как в кино, в заморском пеньюаре, а также без него. Ты как будто дикий, скорей давай орать, курить без перерыва и мать вспоминать. Как нам, бабам, жить? Не иди хоть домой, там мужик или не мужик, ну хоть волком вой. С виду сильный мужик, а бессильно так паник, чтоб тебя развесили, тебе шары надо залить. Какие это лямки, веревки и банты? Ты, небось, от роду не видел красоты. Тебе я знаю лучше, скорей шары залить. А мне от своей дури опять долго ходить. Как нам, бабам, жить? Не иди хоть домой, там мужик или не мужик, ну хоть волком вой. С виду сильный мужик, а бессильно как паник, чтоб тебя расшевелить, тебе шары надо залить.